пола. Таз. Толкаем в стеночку его. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Круговые движения бедрами. Ноги на ширину плеч. Поставили. Разминка. Круг чертим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. В другую сторону. Поехали. Отлично. Закончили. Ножки поднимаем. Шагаем на месте. Разминаемся. Закончили, молодцы. А теперь вот такие вот шаги на месте, мягкие колени. Раз, два, три, четыре. Корпус чуть-чуть вперед. Семь, восемь, девять. Просто отрываем пяточки, девочки. Носки прижаты к полу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Наклоны, растяжение боковых частей. Помним, да, что мы просто вытягиваемся за рукой. Мы ни в коем случае вот так вот не заваливаемся и не складываемся книжкой. Поехали. Раз. В другую сторону. Два. Еще, девочки. Три. Четыре. Пять. Шесть. И еще два. Хорошо, молодцы. Закончили. И теперь нырнем вниз с круглой спинкой. Позвонок за позвонком. Уходим. Ручки расслабили. Начинаем с головы. Разминка это еще. Голова, шея, грудной отдел, поясница. Полностью опустились, таз. Стоим. Три, два, один. Поднимаемся плавно, девочки. Таз, поясница, грудной отдел, позвоночника, шея, голова. Супер. Еще один раз. Очень плавно ныряем. Голова, шея, грудной отдел, поясница, таз. Поднимаемся, девочки. Таз. Наверх, грудной отдел, шея, пропустила. Одной, голова. Молодцы. Закончили. Итак, делаем вдох-выдох, и я показываю наше упражнение. Вдох, выдох. Готовы все, кто со мной там тренируется? Ну, не так много человек, но я сохраню тренировку. Потом будете выполнять. Приготовьте, пожалуйста, стульчик. Либо нам нужен будет тумбочка, либо диван. Вам надо будет поставить туда ножку. Так, гантели, либо бутылочки. Для того, чтобы нам тренировать руки. Первое упражнение. Итак, давайте сделаем его. Вот так. Итак, первое упражнение, девочки. Оно выглядит вот так. Мы поднимаем гантельки, либо бутылочки перед собой. Начинаем соединять локти вместе на выдохе. Разводим, поднимаем наверх. Опускаем под углом 90 градусов, соединяем, разводим, поднимаем, опускаем, соединяем, поднимаем. Смотрите, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Приготовились. И если нет гантелей, возьмите бутылочки. Если нет бутылочек, зажмите тогда кулачок очень крепко, и вы почувствуете, да? Ой-ой-ой, моя селфи-палка. Штатив. И вы почувствуете, как у вас тоже вот здесь все мышцы напрягаются. Приготовились, да? Мышцы будем разрабатывать. Дельтовидные мышцы, грудные мышцы и полностью руки. Приготовились. Три, два, один. Взяли гантели. Поехали. Локти наверх. Вдох. Наверх, выдох. Вдох. Выдох через рот. Три. Еще. Четыре. Пять. Шесть.
У меня вес гантелей 2 килограмма. Можете взять 1 килограмм. 7. Я не беру больше, мне достаточно. То есть я тренируюсь 4 года, и 2 килограмма для меня это оптимально. И именно с этими гантелями, мне кажется, я отлично. В домашних условиях редко зал, протренировала свои плечи и руки. Еще. Выдох. 6 раз. 5. Чувствуете? Начало гореть уже. Терпим. 4. 3, девочки. 2. И последний раз. Супер. Отлично. Опустили гантельки. Выключу комментарий, хорошо? Пока делаем упражнение. Следующее. Проработка мышц спины. Подходим к стулу. Либо в диван, либо в тумбочке. Одна ножка у нас опирается на стул. Рука у нас опорная. Вторая нога прямая. Немножечко прогнулись в пояснице, чуть-чуть, просто чтобы убрать с нее напряжение. Ручка вниз, вытянута. Мы начинаем заводить локоть назад. При этом не нужно вот так вот высоко поднимать локоть, потому что у вас тогда будут работать плечевые суставы. А нам этого не нужно. Нам нужно напряжение дать нашим дельтовидным мышцам и также напряжение нашим трицепсам. Поэтому мы опускаем и вот так с небольшой амплитудой работаем. На выдохе попробуйте лопатку сводить к другой лопатке, когда вы поднимаете гантелю наверх. Гантеля до талии идет. До талии. Поехали. Очень плавно опускаем. Приготовились, девочки? Всех жду. Встали. 3, 2, 1. Поехали. Выдох. Выдох. 3. Не торопимся. 4. Можно взять потяжелее здесь гантелю. 5. 6. 7. Отлично. 8. Еще. 9. Не забываем тренировать руки. Это тоже неотъемлемая часть для формирования нашей красивой фигуры. Потому что люди забывают, они рады только качать пресс, ягодицы. А руки, плечи, спина для них не важно. Но на самом деле, если вы не будете их тренировать, то они у вас будут дряблые, некрасивые. Да? А ручки у нас должны быть всегда тоже в форме. Поехали еще 3 раза. Выдох. Выдох. Последний раз. Выдох. Супер. Повернулись. Вторая сторона. Встаем. Приготовились. Такое же исходное положение. 3, 2, 1. Поехали. Раз. На выдохе наверх. 3. 4, 5, 6, 7, 8, выдох, животики подтянули, вдох, хорошо. 5 раз. 2. 3. 4. Последний раз. 5. Хорошо, молодцы, закончили. Чувствуете, да? Все горит уже. Заканчиваем. Обратные отжимания. Исходное положение. На стульчик, на диван, на тумбочку, да, если она у вас не сильно высокая. Ладошки смотрят перед собой, пальчики вниз. Не в сторону, а вниз, девочки. Спинка ровная. Ушли со стула. Чем дальше ноги, тем сложнее. Чем ближе ноги, тем легче. Держим спину ровно и начинаем опускать свое тело. До угла 90 градусов. Практически у нас локти идут. Не нужно вот так делать. Иначе у вас тоже будет сильно
задействован плечевой сустав, и мы будем на него нагрузку оказывать, простите. Поэтому мы этого не делаем. Мы лучше не сильно низко не опускаемся, мы лучше не доделываем, чем переделываем. Приготовились. Смотрите, кому тяжело, у кого сильно большой вес, вы не сможете это сделать, вам будет тяжело. Я предлагаю замену, вы также будете трицепс свой прорабатывать упражнением с гантелей. Взяли гантелью и начинаем ее отводить назад, очень потихоньку. Локоть при этом прижимается к талии. И работаем также вот с этой задней поверхностью нашей руки. Смотрите, отвели к себе. На выдохе отвели к себе. Вот это неправильное упражнение. Прижимаем локоть строго и очень с небольшой амплитудой плавно отводим гантельку, сгибая и разгибая локоть. Замена тоже подойдет для тех, кому тяжело, кто не сможет сделать обратное отжимание. Поехали! Так. Приняли исходное положение, девочки. Хоп. Вес тела. Чем больше, конечно, тем сложнее, поэтому можете сделать чуть меньше раз. 5 раз, 7 раз достаточно. Начали. Раз. Выдох. На выдохе встаем. Выдох. Выдох. 4. 5. 6, 7, выдох, 9, новички заканчивают, 10, 11, 13, закончили, а мы еще доделываем, кто посильнее, 5 раз, выдох, выдох, 3 раза, последний, супер. Отлично, молодцы, встряхнули ручки, расслабили, отдыхаем. Чувствуете? Я чувствую, вы наверняка тоже. Последнее упражнение для наших плеч, для наших грудных мышц. Отжимания делаем, девочки. Отжимания мы делаем либо от стола, помните, я вам показывала, либо от стены, более простой вариант, либо от пола, как я, либо от дивана. То есть облокачивайтесь на диванчик, ножки также сгибаете и начинаете выполнять то же самое. Готовы? Поехали. Исходное положение. Ладошки под плечами. Девочки, всех жду. Приготовились? 3, 2, 1. Начинаем. Либо стоя от стены. Раз. Локти в сторону разводим. Два. На выдохе 3, на выдохе 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Новички закончили, а мы доделываем до 20. Еще 8, 7, животики подтянули, 5, выдох 4. Выдох 3, 2, 1. Супер, молодцы, вытянулись. Поза ребенка, растянули ручки, расслабили спину. Класс, как дела? Пишем, включу комментарии. Вот так можно сделать руку. И она вот так вот и трясется у меня, например. У вас, если тоже, то значит все получается. Пьем водичку, восстанавливаем дыхание. И помним, да, что вот такие вот даже небольшие тренировки в домашних условиях, они все равно формируют нас полностью, нашу фигуру, наше здоровье, наш обмен веществ, наш иммунитет. Это все играет огромным плюсом, поэтому мы не ленимся, просто включаем готовую тренировочку, и вам стоит только повторить. Я думаю, что сможет каждый. Расслабляемся. Делаем вдох, девочки. Долго я, всегда я не могу вести такие тренировки, поэтому сейчас я провожу еще в среду тренировочку, и потом уже, естественно, перехожу в свой марафон, который стартует 7 июня.
И мы там будем делать и зарядки, и тренировки. И я там 24/7 всегда с девочками провожу такие эфиры. Еще раз делаем вдох. И выдох. Хорошо. Поехали. Второй круг. Приготовились. Берем гантели. Взяли. Или бутылочки. Да, когда вместе занимаемся, намного легче. Готовы, девочки? Плечики свои красивые напрягли. Приготовились. Угол 90 градусов. Встали. И поехали. Локти к себе. Выдох. Выдох наверх. Два. Три. Вдох. Выдох. Пять, шесть, натягиваем прям ручки, как струночки, натянули, подняли, натянули, еще, девять, десять, натянули до угла 90 градусов, прям хорошо растянули, 12, доделываем, либо заканчиваем, ждем нас. Еще. 14. Еще терпим. 3 раза. Последний. Супер. Отлично. Все горит. Берем стульчик. Спина. Готовы? Встаем сразу в исходное положение. Опустили гантельку. Приготовились. Небольшой прогиб. Не нужно сильно делать. У вас спинка ровная, почти нейтральная. Только небольшое напряжение вы снимаете с поясницы. Поехали. До середины, до талии. Выдох. Лопатка у вас постарается притянуться ко второй лопатке. Работайте ей тоже. Пять. Шесть. Не торопимся. Гантелью не бросаем. Семь. Восемь. Девять. Десять. 12. 14. Еще 5. Выдох. Выдох 3 раза. И последний, девочки. Супер. Опустили. Поменяли стороны. Поехали сразу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Девять. Еще делаем 9 раз. Раз. Два. Три. Шея, продолжение позвоночника. Не задирайте голову. Еще 2 раза. Хорошо. Отлично. Закончили, девочки. Стул не убираем. Обратное отжимание. Переходим к упражнению. Принимаем исходное положение. Спинка ровная. Животики подтянули, ладошки вниз, ни в коем случае не в сторону, потому что они должны смотреть именно вниз. Приготовились. Поехали. Выдох, поднимаемся. Выдох. 3. Еще. 4. 5. 6. 7. 8.
9. Новички заканчивают. Ждите нас. 11. Еще 7 раз. Выдох. Выдох. 5 раз. 3. 2. 1. Отлично. Супер. Класс, да? Настроение у кого сразу повышается, наверное. Не знаю, у кого, но у меня точно оно увеличивается. Сразу хочу улыбаться, потому что понимаю, что гормоны мои, те, которые отвечают за радость, счастье, они повышаются вместе с тренировкой. Последнее упражнение. Отжимания. Мои девочки, дорогие, встаем. Думаем самое главное о том, что мы же женщины, мы сильные. Все возможно, и если у кого-то получается, то получится и у нас. Самое главное просто делать. Поэтому приготовились. Готовы? Поехали. Можно 5 раз сделать. 5 раз тоже достаточно, 7 достаточно. Кто может, 20. Выдох. 4. 5. 6. 8. 10. И еще 6. 2. Выдох. 3. 5. Хорошо, молодцы. Вытянулись. Ура! Второй подход сделали. Расслабились. Минуту, отдыхаем, делаем вдох. Мне там шарики должны привезти. Сейчас выйду, скажу мужу. Как дела? Третий раз. У кого есть силы? Делаем последний, третий раз, все 4 эти упражнения. Конечно, серотонин, дофамин, да, адреналин, все это у нас выделяется, каждый гормон отвечает за свое положительное действие и за радость, за счастье, за какое-то ожидание, за какое-то удовольствие, удовлетворение. Каждый гормон за это отвечает, и физическая активность, она в этом помогает. Она налаживает нашу гормональную систему на нужный уровень, и она начинает работать как часики. А если вы хотите, чтобы у вас все процессы, да, жизненно важные в нашем организме, похудение, обмен веществ, здоровье, да, самочувствие были на высшем уровне, добавляйте, пожалуйста, любую физическую активность. Ходьба по лестнице, просто прогулки, зарядки, которые я выполняю вместе с вами, либо просто такие тренировки, да хоть что. Возможно же выбрать в нашем мире абсолютно все. Готовы? Последний раз, девочки. Готовимся? Второе дыхание открываем. И поехали. Приготовились? Гантельки. Угол 90 градусов. Поехали. Выдох. Наверх. Выдох. Выдох. 3. 4. 5. 6. 7. 9. И еще 9 раз. Выдох. 8. Соединяем. Виталь, приехал таксист. Простите, поехали. Последний раз. Хорошо, закончили. Встаем. Спина. Приготовились. Начали.
На выдохе. Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Десять. Еще работаем. Напрягаем спинку. Чувствуем все мышцы. Наши широчайшие мышцы спины. Трапециевидные. Чувствуем наши лопатки. Последние 4 раза. И еще 2. Супер, поменяли стороны. Приготовились. Поехали. Три. Четыре. Шесть. Восемь. Девять. На выдохе. И еще 5 раз осталось. На выдохе. 4. 3, девочки, еще последние 2 раза. 2. 1. Отлично, умнички. Закончили. 2 упражнения осталось. Переходим к обратным отжиманиям. Готовимся. Сразу настраиваемся, говорим, что я все смогу. Осталось 2 упражнения. Я доделаю хотя бы по 5 раз. Потом вы будете себя очень хвалить. Приготовились. Начали. Раз. Два. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Десять. Двенадцать. Пятнадцать. Последний. На выдохе. Молодцы. Последнее отжимание. Приготовились. Комментарии закрывают. Так, наверное. Исходное положение. Так. Встаем. Так. Приняли исходное положение. Поехали, девочки. Вниз. На выдохе встаем. Выдох. Выдох, животики. Пять. Восемь. Десять. Еще 5. Последний. Ура! Ура, ура! Восстанавливаем дыхание. Умницы! Мы с вами делаем вдох. Выдох. Отлично. Встряхнули кисти рук. Ручку одну подняли наверх. Опускаемся. Опускаем ее, то есть вниз. Простите. Ладошкой касаемся наших лопаток, чуть ниже, надавливаем на локоть одновременно, растягиваем мышцы рук, задерживаемся в этом положении,
Обычно в марафонах моих, да, вы, наверное, уже многие, кто участвовал, ну, большинство из вас знают, что у нас растяжки после тренировок идут полноценные, прям 30-минутные, это отдельный эфир, мы делаем тренировку, а потом растягиваемся, ноги хорошо растягиваем тело, там у нас есть этот курс растяжки, также есть курс тренировок для спины, здоровый позвоночник, также есть зарядки и также вот такие тренировки через день. Ну, то есть очень максимально много я провожу тренировок и все провожу онлайн. Это не записи, я провожу их в живом формате, в живом времени. Ручки сделали вот так, девочки. И когда мне подписчики пишут, а почему вы здесь, ну, не проводите такие тренировки? Ну, когда у меня идут марафоны, к сожалению, не успеваю. Я там по 3 эфира провожу в день и очень-очень устаю. Это энергетически прям затратно. Но для девочек это очень важно, и для меня тоже общаться в живом времени, в живом формате, без никакой записи. Еще растягиваем назад лопатки. Хорошо? И последний раз. Отлично. Кошечку сделаем. Встаем на четвереньки. Округлили лопатки. И прогнули спинку. Если у вас лордоз, это прогиб в вашем поясничном отделе, да, когда у девушки вот такой прогиб, у нее из этого живот вперед, вы кошечку не делаете, вот это вот вы не прогибаете спину. Смотрите, вы округлили и затем вернулись просто в нейтральное положение. Снова округлили, постояли, вернулись в нейтральное положение. Либо, если у вас все в порядке, прогнулись. И последний раз. На каждой тренировке я всем произношу замену, поэтому всем комфортно, удобно и подходит абсолютно всем. Делаем вдох, девочки, и через рот выдыхаем. Выдох. Благодарю вас. Очень-очень было приятно заниматься не одной в компании, потому что когда знаешь, что есть команда единомышленников, достигать цели своей намного легче и намного быстрее. Поэтому всем желаю найти какую-то команду и приглашаю вас в свой марафон. Набор начинается вот-вот, буквально через час. Всех вас жду, встречаемся 7 июня. Спасибо огромное за тренировочку. Ответьте в контакт. Да, давайте зайду сейчас менеджеру своему скажу, чтобы зашла в контакт, посмотрела. Спасибо огромное. Пока-пока. Я пришла для вас подарки готовить и снимать сторис, потому что в этом марафоне будет много очень призов для большей вашей мотивации. Так будет, мне кажется, интереснее. Я решила наградить потом в конце много-много участниц. Пока-пока.